Шановні друзі, хочу вас привітати з 2010 роком. Бажаю вам успіхів, як говориться, більше угару та горілки та дівок. Та хочу поздоровити усіх жителів Росії та бивших, та, блін, забув. В общем, поздравляю всіх ребят вас наступившим Новим годом. В общем-то, Діжи Діс-Аса, собственно, персона и все, вся тусовка и все дирекции Стейс Юнайтед, в общем-то, всех поздравляют. Я знаю, у многих у вас в общем-то, Новый год был проведен провально, но я думаю, следующий год, короче, прорвемся, что же называется, вот. Вот. И мы, короче, замочим адски всех фашистов и тех, кто ущемляет права, так сказать, меньшинств. Вот. И, ну, и мы, так сказать, победим, и наступит анархия, равенство и братство, ребятки. Вот. Хочу еще поздравить еще, ну, женскую половину населения, слушающих наше радио, конечно же, вот, тоже вам всех благ, в общем-то, вот, рубиться по Челси, у тех, кого нету Челси, его обязательно сделать, вот, ну, потому что так, как бы, ну, модно, клево, круто, в общем-то, да, вот, если сейчас нас слушают товарищи XPUPUX и XROX, пацаны, вам вообще тоже, да, с Новым Роком, вот, вы, как бы, тоже живете, так сказать, в моем часовом поезде, поезде, да-да-да. Вот, и єднаємося, друзі, любі. Слава всім нам. Как вы поняли, Ли Аса отсутствует.